Как-то осмелели норвежцы, сравняв счет. Ну, объективно, вот момент, вот. Ну, Попов, давай, есть Попов, Александр Попов на прекрасном отрыве забрасывает эту шайбу. Его обнимают Малкин, Пережогин. Ну, вот и мы поймали норвежцев. На ошибке в обороне, но прежде всего отметим, как здорово сыграли наши. Александр Попов, четвертая шайба на турнире. Снова работает эта пятерка. Вы смотрите, все сыграли. Рясинский очень хорошо шайбу отобрал у борта. Все с него началось, с этого действия защитника ЦСКА. И пас Емелина, да, если не ошибаюсь. Емелин сделал передачу через всю площадку. Вот так по-фетисовски.